Здравствуйте. Вы смотрите «Спорт-экспресс ТВ». Меня зовут Александр Львов. Мы предлагаем вам специальный выпуск программы «На чистоту». Программы, посвященной великому российскому футболисту, замечательному человеку Илье Цымбаларю, которого не стало, увы, в декабре прошлого года. В субботу в Москве в Сокольниках пройдет турнир его памяти «40 дней без Илюши». На нем соберутся его друзья, партнеры, все те, кто его любил и помнит, и будут помнить всегда. А сегодня мы побывали у его давнего напарника по «Спартаку» и сборной, главного тренера «Спартака» Валерия Карпина, который завтра вместе с командой отправляется на сбор в Португалию. К сожалению, Валерий Георгиевич на этом матче не будет, и мы предлагаем вам его воспоминания о близком друге и замечательном человеке Илье Цымбаларе. Цыль всегда выделялся, да, своей там жизнерадостью, своим хорошим настроением всегда. Ну, как человек, сейчас мы говорим про футболиста, я думаю, говорить не стоит, но все его видели, все его знают. Там, понятно, что неординарный, самый, наверное, неординарный, то есть футболист, или один из самых неординарных, которые были там. Ну, в чем вот эта уникальность была? Уникальность, ну, в его финтах, в этих, не знаю, как это объяснить, то есть там непредсказуемость его финтов, там, его видение, понимание футбола. Это от Бога или вообще вот это можно воспитать в себя, как-то научить это? Ну, чему-то можно научить, но я думаю, что многое, конечно, от Бога, то есть футболист от Бога имеется, вот, когда говорят футболист от Бога, вот, возможно, про Цылю, да. А он при тебе приходил в команду? Да, уже при мне, да, уже. Ну вот первое впечатление, знаешь, как обычно, когда новичок приходит, к нему присматривается и пытается представить вообще, все-таки «Спартак» знаковая команда. Было видно, что это будущая звезда или это... Ну, во-первых, они пришли с Юрой Никифоровым вдвоем, они из Одессы приехали. Вот. То, что, во-первых, они приезжали уже там не в статусе, там, на просмотр, так скажем, в статусе уже, там, можно сказать, в те времена звезд, то есть уже приезжали как игроки в основной состав. Понятно, что еще надо было им все доказывать, но, в принципе, брались они уже Олег Иванович, насколько я понимаю, Олег Иванович, спросите, вот, как уже игроки основного состава. Там, с первого дня было понятно, что это игроки уровня «Спартака», и Юра, и Илюха. Ну, это где проверялось? Квадрате, ну, это видно было сразу. Ну, сразу видно было. Это было сразу с первой тренировки было видно, что наши. В наш коллектив они вольются, я по игровым качествам, в наш коллектив вольются безболезненно. Вот. Ну, а потом уже, там, не знаю, через день, через два стало понятно, что и по человеческим качествам проблем никаких не будет с ними. Ну, вот еще раз, Валер, скажи, а игровые и человеческие качества вот совпадали у Цымбаларя? Вот он какой на поле был, такой весь... Свободный, раскованный, он такой и в жизни, в принципе. Ну и в жизни, да, я про это и говорю, и в жизни такой же жизнерадостный, такой же, то там, открытый. Это было продолжение, Цымбаларя, игрока в жизни и наоборот, да? Да, 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 то есть также там и после там каких-то поражений, там, понятно, что переживали, или там еще что-то, ну, там, не знаю. Наверное, самый первый отходил от них там и всех там заводил, веселил, так скажем, в хорошем смысле этого слова. Ну, он был без комплексов, «Спартак» так «Спартак». Он бы мог в любой другой команде заиграть? Или он чисто спартаковский игрок? Нет, я думаю, что заиграл бы он в любой команде, да. То есть в любой команде. То, что в «Спартаке» он заиграл, поэтому я говорю, что не было сомнений никаких с самого начала. Я думаю, что он заиграл бы и в любой другой команде. А ты вот человек, который, в общем, достаточно много поиграл за границей и сделал себе хорошее там имя. Как вот ты считаешь, Цымбаларь с его характером смог бы заиграть за границей? В той же Испании, допустим. Однозначно. Ну, я думаю, что однозначно смог бы заиграть. То есть он абсолютно не закомплексованный, абсолютно раскованный. По футбольным, говорю, качествам мог бы играть в любой команде там, мира, наверное, даже. Вот. А по человеческим качествам, я думаю, что проблем бы у него не было никаких. Вот, абсолютно. То есть он и со всеми, неважно, это были там в «Спартаке» это было, там кто-то из нас были такие, кто-то сякие. Ну, ладил со всеми, так что я думаю, что из-за границы тем более проблем бы не было. Абсолютно никаких. Ну, вот самый памятный эпизод в вашей совместной игровой карьере вспомнишь? Да много было, как бы, памятных эпизодов. Ну, подсказать, может быть, нет?
Ну, скажи. Стар де Франс, наверное, нет? А, ну да, 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 да. Ну, помни вот этот эпизод, как ты его видел? Ну, как я видел, пошел мяч, по-моему, на Бесчастных на фланг, на левый фланг пошел. Цели из глубины ворвался. Вовчик ему покатил. Не, он неожиданно развернулся Бесчастных. И да, покатил, между двух покатил Цимбаларю. И Цимбаларь здесь на линии штрафной практически там с его финтом это влево с уходом под левую ногу. Все, он ушел. Я уже там бежал, же, бежал на дальний. Уже там бежал на дальний. Такой Панов еще был, да? Ну да, ну Панов пошел да, на ближнюю, так скажем. А я уже на дальнюю добегал, что цель там. Понятно, что он может обыграть. И будет какой-то прострел, скорее всего. Поэтому я уже бежал. Бежал замыкать, так скажем. Ну, цель покатил, по новому там, по-моему, сбили даже. И все, мяч ко мне прикатился уже, чтобы запихать ворота. Да, ну, наверное, ну, это опять же у вас самый памятный. У нас самый памятный, потому что был этот гол. Там, ну, много еще было, все, миллион игр было вспомни памятных. Вспомни еще. Да, ну, я не могу, не могу вспомнить какую-то конкретную. Та запомнилась, потому что там, да, естественно, это против Франции. Там еще да, сколько было там и пасов от него, и финтов от него. Помимо этого, просто это более, там, понятно, что для всех более памятный гол, наверное. Ну вот все звезды, ну, большие и маленькие футболисты, рангом поменьше, они когда-то, в общем, подходят к тому самому барьеру, за которым, значит, заканчивается игровая жизнь и начинается другая. И, в общем, все это не просто, ты, наверное, и на себе это испытал, в общем-то. Вот. И то, что вот произошло с Ильей, вот его метание после такой блистательной карьеры, уход в одну команду, в другую, потом он начал себя искать как тренер, в общем, вот. Это что, в общем, стечение обстоятельств или какая-то не судьба, может быть? Ну, нет, в течение обстоятельств, да, все мы там, наверное, все мы, кто заканчиваем с футболом там, раньше или позже, понятно, что оказываемся. Кто-то готовится уже, так скажем, там, к заканчиванию карьеры, там, больше или меньше, кто-то приспосабливается лучше в этих условиях. То есть понятно, что мы все мы футболисты, привыкшие жить, там, можно сказать, на готовом с точки зрения игры, потому что нам готовятся, а то, что нам говорят, во сколько вставать, во сколько ложиться, во сколько кушать, во сколько... Это совсем другая жизнь начинается. Абсолютно новая жизнь, то есть человек в 30, там, в 30 чем-то лет выбрасывается, так скажем, на улицу, я не говорю на улицу в смысле, а в жизнь, не на улицу, а в жизнь, в обыкновенную жизнь. Обыкновенная жизнь, она полностью отличается от жизни там, футболиста, как я говорю, там, когда за тебя все думают. Тренеры, доктора, там все тебе говорят, когда кушать, когда спать, когда тренироваться, сколько там тренироваться, сколько чего. Здесь ты принимаешь сам решение, уже ответственность за тебя не понятно, что ответственности никто не несет. Многим это понятно, что тяжело там. Кто-то приспосабливается лучше, кто-то хуже. Ну, здесь одного рецепта какого-то нет, сказать, что вот надо делать вот так, и все будет хорошо. Здесь много факторов, которые влияют там, на продолжение там, жизни твоей, понятно. Кого-то лучше получается. Может быть, хуже. Он в силу своего характера, своей открытости был не защищен, чересчур искренне. Для него тяжело воспринимались всякие удары судьбы. Леш, ну, возможно, да, тяжело, не знаю. Поэтому говорю, здесь надо быть рядом каждый день, то есть, понятно, и там, понимать, что происходит, как происходит. Там, мне сложно судить, там, как было, как это все происходило там, каждый день после там, завершения карьеры. Там, где он тренировал, где Цили тренировал, как тренировал, что там было, что было ударами, что не было ударами. Говорю, мне, наверное, сейчас сложно уже судить, в чем причина. Там, вот он в Рязани, например, там, вывел команду в первую лигу, и вдруг она снимается, потому что у нее нет денег. Это тоже ведь должен какой-то фарт еще, ведь не только в игровой жизни. Фарт всегда, нет, естественно, фарт жизни вообще всегда нужен, понятно. И в игровой, и не в игровой, и в тренерской, просто по жизни. Всегда там, желательно, чтобы был фарт. Это понятно. Поэтому удары судьбы, там, какие бы они ни были, там, поэтому я говорю, кто-то переживает это легче, кто-то тяжелее, кто-то может с этим справиться, кто-то не может. Но это уже жизнь. Каким он остался в твоей памяти прежде всего? Моим целью остался солнцем. Всегда довольный, всегда улыбающийся, всегда на позитиве. Всегда абсолютно. Вот. Это самое главное впечатление, наверное. Я говорю, не хочу говорить про футбольную часть. Потому что все, наверное, знают и помнят, и ничего нового я не открою. А вот именно как человек,
там, человек-позитив. Ну и вот сейчас в завершении разговора собираются ребята на 40 дней. Ты знаешь, что будет суббот-турнир, Спартак улетает на сборы, поэтому, в общем, ты не сможешь, и еще и Андрей Тихонов не сможет. Вот. Что бы ты хотел передать с теми, кто соберется его вспомнить, и с теми, кем ты играл? Ну что, здесь не желать, что, ну, помянуть добрым словом, и пускай земля ему будет пухом. Что еще можно сказать? И тосты в этих случаях не поднимаются, так что для нас, понятно, для нас, для всех это было шоком, стало шоком. Там, понятно, большой утратой и шоком, но это все словами там это все не передать, и слова, они словами и останутся. Это все у каждого, я думаю, в сердце осталось и будет жить.